проще тебе люди задают обычные вопросы. Некрасиво, нет настроения, не веди прямой эфир, иди отдыхай. Ну вот сейчас пойду отдыхать. Как бы я вижу здесь вопросы, которые мне не нравятся, поэтому я не отвечаю. И много сообщений, я не успеваю всех ответить всем. И вопросы вообще повторяются. Все, я завтра буду делать видео. Вы попросили с стрелкой. Буду вас учить, как правильно и как быстро. Как бы не знаю, правильно? Все. У меня... Ой, господи. Детка... Болинская, ё-моё. Здесь много сообщений, и я вот только что увидела твою. Не знаю, Зай, просто у меня, наверное, температура и слабость, и плохо мне. А ты идешь с нами или нет? На улице так холодно, то настроения нету. И еще, если Настя, волосы красишь... Нет, это натуральный цвет. Кто такая Надя? Какая Надя? Настя Болинская. Настя, а ты в детстве чем занималась? Танцами? И в хоре, да, пела? Угу. И в хоре пела. Я была певицей. И... Так... Скажи, что в Молдаване самый красивый девочки. Нет, в Молдавии самый красивый. В каждой стране красивые девочки. Настя, у тебя грудь. Да все свое, я ничего не сделала. Только ресницы и все. Все, я закрываю, потому что очень плохо идет интернет. Я... Какие Венеры? У меня свои зубы. Прямые. Ничего не сделала. Спасибо маме и папе. Когда роди... Настя, заеву Дима. Скали Димпад, стирок в нос. Все, целую, обнимаю. И хорошего вечера. Идите, тусите, а я буду спать и отдыхать.